И всем привет, вы на канале Black Rabbit, и сегодня у нас Assassin's Creed Одиссея. Вот, а где мы остановились? Кто помнит, поднимите руки, что-то я не помню. Где мы остановились? А, мы приплыли в Мегариду и к Волку там что-то там. Один или два квеста мы сделали. Наемникам тут не рады! Брось! Здесь бдительные стражники. Хуя себе. А я зачищал же ж это. А, я еще вот эту не сжег. А там все сделал, да? Ну, то мне неинтересно. Ладно. Это куда? Не понял, а это где? А ебать, это как это где? Интересно. Это что-то какие-то пещеры, что ли, или что? Получается так. Сейчас мы тут повыше поднимемся, посмотрим. Так. Там мы табличку брали. Так, вот тут внизу есть пещера какая-нибудь? Не вижу никаких пещер. Так, может быть, здесь? Тоже нет, блядь. А как? Ладно. Что у нас по заданькам? Убей афинских солдат в Мегариде. А, надо двоих солдат, да, убить? Ну ок. Так, а мы вообще где? Давайте вот сюда пойдем. Откроем сразу местность. Так, это куда нам? Так, где мой этот? Так, а у нас же запись идет? Да. Пошел. Пошел. Ой, бля, чё за чаще? Ух ты, ах ты, хорош. Вот, всё, солдатиков мы нашли. Еще двоих. Так, ну мы не будем их там что-то где-то как-то. Нужно действовать осторожно. Мы не будем осторожно действовать. Вот и все. А, это не афинские солдаты были? А кому я пизды дал только что?
Ладно. Хорошо. Я думал, это афинские. Элла. Так. Ну, теперь мы сюда шкочем. Там за нами погоня. Элла. Давай, 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 давай. Чё, тяга не работает? Капец, что за кушери? Так, ну плюс-минус уже рядышком. Это уже радует. Так. О, тут что-то прям людишек нормально. О, Астрокорн, или как он там? Астрокорн, да. Ну это вроде в синем, это же афиняне. Так, ну тут вроде всех мы нашли, ладно, там все. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. А, выполнил, да? А оно отслеживается разве? Карта. Нихуя оно не отслеживается. Это прям он больше нас прям намного. Так, тогда вот это будем потихоньку туда пробираться. Похоже, человек. Проверю. Проверь. Что? Ты еще? Один, да, вот этот остался. Так, продолжим. Был звоночек. Прям извентиляюсь. Так. Нихуя он тут.
А там что? Не понял, все корабли друг на друга похожи, сложно запомнить, где именно твой. Отправляйся на побережье возле захваченного леса. Триподиска. И ищи затопленный корабль, охраняемый собакой. Ты найдешь меня вместе отмеченным крестом. Так, это где? Вот захваченный лес. Ну, это только единственное, где-то вот тут получается. Ну, давайте сюда пройдем. Где затопленный корабль? Ну, вот что-то какой-то затопленный корабль. Охраняемый собакой. Так. А куда, блядь? А, вон туда. Оп. О. Понял, как оно работает. Эй, беги, блядь. Затопленный корабль, охраняемый собакой. О, собрал. Отмечено крестом что-то. Так, а что-то еще монетки можно? А, что-то можно пособирать. Прикольно. Так, охраняемый собакой. Так, а тут что-нибудь есть? Красным крестом. А, кстати, что тут? А, да, это не то. Наверное, туда мне, наверное, надо. Вот. По норму. А, вот собака. Привет, собака. Я разгадал все. Я думал, сыт, блядь. Нормально. Так, ладно. Далее. А, что у нас по снаряжению? Ну, я хз, мне такое не нравится. Хоть оно и больше урона дает, мне такое не нравится. Копье. Мне тоже не нравится. О, ждем. А вот сейчас, кстати, 9 уровень у меня будет. Все, и я вот этот одену. Он прям нормально дает. Вот и все, вот мы и разобрались. Так. Нет. 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 Ну вот этот можно. Убийцу повышает на 36, охотник 68. Пока оставим, ладно. Потом будем посмотреть.
фу-фу прям. Так, карта. Так, сейчас пока сюда и вот возьмем вот это квест и вот эти, и как раз мы выполним, поднимем 9 уровень. Блять, да как зайти сюда? Да спрыгни, блядь, сюда. Что ищешь? Продать. А там мы разберем, там все, драхмочки у нас есть. До новых встреч. Пока-пока. Так, и куда нам? Вот сюда. Так. Супа, бля, пернатая хуйня какая-то. А что тут кто-то есть? Блядь. Попробую найти укрытие. Давай, давай. Кстати, а чё если... Нет, этот беспонтовый, да? Копия. Ну, это если их принуждать к плаванию с нами. Что за звук? Отсюда. Давай, давай, давай. Чтобы просто по очереди будем. Со мной шутки шутят? Конечно, шучу. Шутки шучу. Казалось. Никогда не видел таких стрел. Да уйди, там бочка. А, там тоже тот кувшин не этот. Я его вижу! Хорош! Мне нравится.
чуть получаем мы 9 уровень. Есть такое. Хорошо. Итого у нас вот. Так, способности. Так, а это... Так, зачистили. Вот, это, походу, должен быть квестик. Идем. Тем более здесь рядом. 80 метров всего лишь. Всего лишь та. Похоже, лазутчик Стентера. Я и убью каждого афининина, винов... Что тут случилось? Какое тебе дело, Мистий? Быть может, ты что-то знаешь? Тогда ты был бы уже мертв. Но тебе повезло. Я хочу помочь. Меня прислал Стентер. Ты от Стентера? Спарта не подчинила Мегариду. Пока. Я могу свободно передвигаться по региону, а спартанцы нет. Мы не ожидали от афинян такой стойкости. Но они все равно падут. Перед Спартой, да, я уже знаю. Но пока этот славный день не настал, нужно понять, что случилось. У тебя есть идеи? Пока нет, но будут. Взгляну поближе и выясню, что случилось. Опытных солдат перебили. Всех до одного. Разбойники бы не справились. Припасы пропали. Убийцы рядом. Они не взяли повозки. Похоже, они пошли сюда, в лес. Здесь больше ничего не найти. Нужно вернуться. Афинине постарались? Я нашел осколки кристалла. Разбойники. Из-за войны они осмелели, а в горах полно пещер. Афинине вместе с припасами забрали бы и повозки. А разбойники не одолели бы умелых спартанцев. К чему ты клонишь? Не знаю. Тот, кто это сделал, ушел в лес. Сначала поищу там. Ах, так, ну все, погнали, поищем. Вот они. О, уже нашел, что ли? Ладно, пусть будет так. Рядом готовят еду. Магилотерия. Во, страшно. Что? Кто гавкает? Можно принять участие в вашем собрании. Что? Что ты? Прошу, уходи! Вы не похожи на убийц. Спартанцы ошиблись? Что? Нет, нет, ты не понимаешь! Что тут понимать? Все предельно ясно.
прошу, позволь мне все объяснить. Объясняйся. Почему бы мне не убить вас и не вернуть припасы? Умоляю, я расскажу тебе все, что захочешь. Более жалких воров я не видел. О, боги, нет! Мы жители Мегары. Прошу, пощади. Мы и так страдаем из-за войны. Угу. Так же, как вы пощадили спартанских солдат? Я... Мы невиновны. Герканос велел нам забрать еду и обещал все устроить. Герканос? Да, он наемник. Он сказал, что добудет еду, что афиняне никогда бы не позволили своим людям голодать. Объяснитесь. Не стоило вам злить спартанцев. Нет, мы не крали. Это наша еда. Наш урожай. Они забрали ее всю. Дети голодают. И вы решили убить воров? Хороший пример для детей. Убить? Нет. Прошу, мы никого не убивали! Мисти сказал нам, где найти еду. Солдаты уже были мертвы. Хватит! Я не разговаривать пришел. Время споров прошло. Я ищу виновников преступления. Отойдите. Я не хочу вас убивать. Я должен вернуть припасы спартанцам. Ты сделаешь это только через мой труп. Не надо так. Возьмите часть еды. Я скажу, что вы мертвы, и верну то, что останется. Они будут довольны. Но еда, что будет с нашими семьями? Если вы умрете, им не станет легче. Прислушайтесь и больше не воруйте. В следующий раз за вами приду не я. Да, Мистий. Спасибо. Ну хоть так. Скорей, берите, что можете, и ступайте. Ну. Хорошо, они не стали драться. Я не в настроении убивать голодающих. Ты нашел виновных? Я нашел ваши припасы и голодных мегарцев. И? Вы лишили их еды. Бросили голодать. Припасы необходимы нам, чтобы освободить Мегару от афинян. Голодные мегарцы вам больше не страшны. Но есть кое-кто еще. Слышал о наемнике по имени Герканос. Герканос? Да, ходят слухи, что он работает на Афины. Все это сделал он. Эти наемники настойчивы, должен признать. Ты справился, но для защитника Спарты есть еще задание. Что вы задумали? Найти его. Продажные шавки не посмеют мешать планам Спарты. Если вы такого мнения о наемниках, зачем вам я? Прости, этот человек Герканос как заноза в пятке. Он угроза для всех спартанцев. Прошу, помоги нам. Хорошо. Если он так опасен, награда должна быть достойной. О да. Представь, сколько афины заплатили ему, чтобы он помешал нашим планам. Пожалуй, ты прав. Знаешь, где его искать? Он может быть где угодно, но, скорее всего, недалеко от афинян. Мы отправили дозорных, но они не вернулись, а у нас сейчас каждый воин на счету. Иногда наемник может быть полезней.
отслеживать. Отметить и высадить гиганта. Откройте меню наемника. Так, вот, наемники. Алексиус, хозяин орла. Герканос. Был наемником, работающим на Афине. Его задача была ослабить спартанские войска в Мегариде. Он умело управлял другими, заставляя делать то, что нужно ему, и при этом оставаясь в тени. Так. Получает больше урона от огня. Получает меньше урона от атак дальнего боя. Понял. А что за способности? А, да, у меня же одна осталась. Снаряга. Ой, нет. Так, задание мы взяли. Где он? Принц Персии. Герканос здесь, да? Ну, тогда мы сейчас... О, могила Тирея. Крепкий лазутчик Мегарида. Ну, давайте по порядку. Ну, возьмем... А что это, блядь? В Афине нет. Спасибо. Знаешь, у меня найдется работа для опытного воина. Продолжай. Лазутчик следил за всем, что мы делали. Подозреваю, что из-за него я уже потерял несколько солдат. Дай угадаю, отправить лазутчика к Аиду. Пусть истекает кровью. Я этим займусь. Ха! Ты настоящий воин. Я вернусь, когда все будет сделано. Сейчас мы лазутчика жахнем. Ну, раз я наемник, я буду работать и там. Буду зарабатывать бабки. Где-то здесь получается. Тебе конец. Ой. Хорошо. Я так сделаю. Все. Возвращаемся. Весна витает в воздухе. Напоминает о Спарте. Чару. Так, вот еще. Это вот для любителей, кто любит покрабить, пособирать. Вот, да, это Одиссея, это прям. Ну, может быть, это и другие части, но здесь прям душевненько, так сказать. Снова ты? Удалось его убить? Вова, прошу, прими награду. Спасибо. Драхмы древесину дали. Так, запись идет, все. Так, а теперь куда нам? Оп, о! 26 уровень. Так, текаем. Тогда мы сначала сюда свалим, потому что он, скорее всего, может сюда зайти. Если мы здесь будем херачить. Ну там я имею в виду, если как в прошлый раз мы там атаковали замок и там сигнальный костер, короче, зажгли, что типа они атакованы. Тогда вот эти наемники приходят и им помогают.
Ну, если есть рядом. А он рядом, и он, скорее всего, придет, если я там допущу ошибку. Поэтому мы сейчас пока сюда сбегаем. Ну, вот что такое. Нихуя себе. Даже так. Давайте направо сначала сходим. Теперь налево. Ну, свежие ягодки. Чё-чё-чё? Не по... А, нет, вот ещё что-то было. Так, а теперь как бы, блядь, выход бы найти. Хорош. Так. Все, этот ушел. Плюс-минус. Где он тут? Его до... А, вот он. А, нет, это другой. Отстань от меня. Оп. Оп. Щина на опа. Так, ух ты, еба. Ну ничего. Так, ну и что там у нас намечается? А, это ваш лагерь, ребятки, да? А, все? А я думал, сова. Ладно. Так, ну все, мы тут открыли. Теперь можно, в принципе, с этой стороны зайти.
15 уровень рекомендуемый, принц Перси. Да уж. Так. Ну чё, пойдемте его тогда досаждать. Так, ну если мы сейчас пещеру тут найдем какую-то, то будет хорошо. А, ну мы там были. Это эти воришки были. Так, дальние атаки. Дальние атаки, короче, он игнорит. Ему не очень. А вот боится он огня. Разворачиваюсь. Это что там? Я где-то такое нашел. А, это там дальше замок. Здесь не место наемникам. Это лагерь Гирканоса. Так, надо, чтобы наемник тут ушел. Так. Хорошо. Ой. Прям сквозь башку. Так, может тогда пойти. О, а где вход? Не понял. Чаще охотятся на наемников. Хорошо. Мы пойдем вот так вот, вот так. А, ну это 15 уровень. Блин. А, надо вернуться. Блин, потом сюда возвращаться. Так, мы тогда сначала вот этот сделаем, чтобы потом сюда прям чпунька сделать.
Нормально. Нормально. Мегара, столица. Этот человек наверняка здесь. А, это, думаю, что за человек? Это тот, который был на первом острове и сказал, что буду ждать здесь где-то. Который отправлял за плащом Одиссея. Вот. Вот, хорошо. Хотя можно через вот это вернуться. И сюда. О, чпунь. Миллион, миллион, миллион алых роз. Лепестков, конечно. Жи. Так, а... Хочу проверить. Вот это что-то хорошо дает. Может быть, надо попробовать его вырубить. И зашхерить его. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Иди со мной и забудь о прошлом. Убирайся. Это хорошо. Так. А, трик прочности корабля. Здоровье для всех членов. А, это здоровье всех членов. А это что? Урон от стрел. Прочности корабля. Вот тебя мы уберем. Вот, потому что тут прочности корабля. Здоровье для всех членов. Ну, так, пока место есть, пускай будет, короче. Так, снаряга. О, еще лучше. Это ж прекрасно. Это хуйня. Ну, это я еще в раздумьях. Хуйня. Хуйня. А что там за наемники? А, повержен, все, я понял. Лисистрас искра. Это вот мы его видели. Меньше урона от лука. Так, путешествие с приручной рысью. Понятно. Так, а чё нам? Может быть, казнить тогда их? Чё они? А чё? Они чё? О, тем более там астрокорн есть. Я хуй знаю, что это такое и зачем оно мне. А можно просто сжечь припасы и забрать сокровища. О, норму. А, именно сжечь, да? Блядь. Это собьет с них спесь. Так. Стабильность минус 20 уже. Так, а как мне туда вниз еще? Ну, о, блядь. Где-то.
Как мне пройти? Ебать, я красавчик. Так, ты нам не мешай только, пожалуйста. Никого нет. Оп. Так, и у нас еще осталось, еще одни припасы и два сокровища осталось. Угу. Так, это с той стороны. Так, ладно, давайте через верх. Еще ниже получается. А как там? А, вот. А, нет, ты отсюда спустился. Извиняйте. Я не шибко хотел убивать. Так, и припасы. Ой, тут сколько всего вкусняшечек. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы прям все, мы прям воры стали. Четко, никого не убили, и все четко. Двадцать шестой уровень, спасибо. Но нет, возвращаемся. О, блин. Как тут очутилось? А, это где-то опять пещеры под землей. А он ныряет здесь, значит, не особо глубоко. Вот, палочки, веточки. Закат красивый какой. Наемник Герканос мертв. Спарта благодарит тебя. А что насчет награды? Мы не заключали контракт. Это было твое решение. Но поверь, Спарта этого не забудет. Ну да. А где он? Я его ебну. Где он?
Сука, повезло ему. Вот сюда можно. Ой. Сейчас чпуну. Вот не зря мы сюда сходили и тут сделали точку возврата, или как она там называется, не знаю. Поговорить со слепым. А, это которая 15 уровень, да, требует? Да. Рекомендуемый. Да, тогда пока мы не это. Спасибо, но нет. Вот, давайте лучше пока проучим мародера, проучим. Со слепцом потом. Просто нету смысла брать, потому что, блядь, если у нас какое-то задание, мы его не выполним. Нужна помощь наемника, незнакомец. Потому что мы маленького уровня. Неподалеку обосновались разбойники. И ты просишь прирезать всех разбойников? Да. Никто не должен выжить. Дело непростое, но я справлюсь. Это стоит твоих усилий. Оставь это мне. Да, блядь, где? А, во, все. А, хотя... Откуда этот звук? Да! Ну, давай. Элла. Эора Касы. О, это кто, блядь? Ты еще, мать твою, кто такой? Палестрис, кормилица Эмпусы. Ебать, 28 уровень. Куда я полез? У меня только 9, блядь. Охуеть. Ну что, поехали. Хорошо, что они не агрятся, блядь. Съебали с дороги. Иди на скачка. Я разберусь, где я нахожусь. А как я не на скачках? Если я скачу на лошади, блядь, где я, блядь? В автомобиле, по-твоему? Ой, пиздец. Найду укрытие. Они уже меня спалили. О, блядь, я молчу, смотрите, как он, блядь, пропилил. Сюда, блядь. Так, пособирали, это пособираем. В лицо, вы видели меч в лицо. Круто. Еще ачивку мы какую-то сделали. Все готово. Это мой автомобиль. Оп. Фобос. Автобус, бобус, автобус, фобус, автобус. Нихуя там у него борода у этого козла или что это какое-то. А вот и ты. Дело сделано. Да-да-да. Они мертвы. Все до одного. Блестящая работа. Ёпта. Вот, держи. Мне нужны люди вроде тебя. Если присоединишься к команде, сможешь повидать мир. Я ждал именно такой возможности, наемник. Я за. Так, сейчас посмотрим. Кто ты, чё там? Мощности огня при использовании метательных копий.
У нас еще есть, еще место есть, а потом уже будем. А нет, ничего не надо отпускать. Так. Доска объявлений. А где я? Вот тут, да? Ну, можно вот это и потом вот эти два. Потом что-то счет это мы решим. Так, а где мой кобасюк? Вот он. Кустарное животное. За кустами прячется. Вот, блядь. ДТП. Не дать, не взять. Вот это волки воют. Так, а мне наверх. А наверх прям наверх. Давай. Да? Зевс Афесий. Ух ты. Там люди висят. О, нихуя тут сколько всего надо сделать. Опасное место. Полюбас. Так, острокорн, да, или что это? Эти древняя табличка. Ну, на самом деле, не так много. Я что-то думал, будет больше. Хоть он просто как комбайн. Красота. О, меня отравили. Законнектился, короче. Так, освободить узника. Так, у нас узник вон там. Показалось? А, нет, не показалось. Нифига себе, 9 драхм хотел оставить. Спасибо. Я благодарен за твою доброту. Пока. Так. Отлично. Значит, теперь мы телепаем вот сюда. Так, надо тогда. Ну, неплохо, так сказать. О, что тут лежит? Спасибо. Все, погнали. Нам тут ехать, Фоба, знаешь сколько? Да хуя. Эйла! Давай. Открыто новое историческое место. В чем делает? Прикольно, нахуя? Еще один, блядь, наемник. Но я уверен, он тоже пиздатый, блядь. Это я.
Давай. А что тут происходит? Так, меня это пока не касается. У меня вон свои дела там. У меня такси оплачено до той метки. Порт Нисая. Тормози на. Если постоянно нахожусь. Так, кстати, по поводу записи, сколько мы уже норм. Так, значит, сохраняемся. Вот. А это я аж в 23-м году в ноябре пробовал что-то поиграть. Хватит бездельничать. Делай как велено. Так, ну мы вот перед Одиссеей, перед женщиной Одиссеей закончили. Так что пишите комментарии. Я обязательно с интересом почитаю. Мне прям очень интересно, что вы напишите. Ставьте лайки. Вот, с вами был Black Raven. Всем пока-пока.